Проверю. Поговори со мной, пожалуйста, немножко. Здравствуйте, лагерь, здравствуйте. Здравствуйте, Проверочка звуком, Ярослав. да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с момента последнего прохождения нашей карты у вас в жизни что-то изменилось? Вот, может, вы какать стали чаще или что-нибудь Да, такое? очень много изменилось, очень много изменилось. Я перестал просыпаться по ночам и видеть TNT во снах, которое взрывается с помощью твоих рук. Ну, я надеюсь, теперь вы понимаете, что ваша жизнь обратно кардинально изменится. Вы здесь очень много TNT. Раньше вам этого было мало. Бабах. И всем здорово, ребят, с вами Мистик и Лагерфит. Да даже не смотри в ту сторону, здорово. Чувак, зачем нашел? Меня трясет от счастья! Думаешь, что это печеньки? Нет, тогда ты их точно заберешь, не трогай. Не трясись. Погоди, это всего лишь карта от подписчика. Мы ее сейчас будем проходить. Тут вот твое спальное место, тут вот мое спальное место. Ляж, поспи, и у тебя все будет хорошо. Лагерь, не иди ко мне. Просто... Че ты делаешь? Ты... Только карта началась, ты начал все ломать. Может, сначала правила прочитаем, чтобы они хоть как-то регулировали тебя? Давай. Окей, допустим. Привет, Мистик и Лагер, это опять я, табличка. Лагер, поздоровайся с табличкой, не культурно же. Смотри, что ты с ней говоришь. Здравствуйте, таб... Да не мне в глаза, таблички, вот она. Здравствуйте. Вот, ну, молодец, вы молодец. Сегодня Только ты не прекрасно только табличку выглядите. говоришь. А можно вас пригласить на свидание? У меня есть собственная кровать. Яра, я затащил ее в кровать. По-моему, она не сошла даже с места. Я сплю с табличкой. Нормально. Название карты — легенда. Мистик и лагер. Мы легенда или это легенда о нас? Что ты танцуешь? Дай табличку, в смысле табличку. Говорю, кровать отдай. Она у меня, что ли? Держи свою кровать, я ее выкинул. Всё, спасибо большое. Создатель карты Мэнимен и Мэнимен. Лагер. Тут. Да? Так куда ты? Подойди сюда. Ты я с табличками тут... разговариваешь или нет? Да. Нужно смотреть. Смотри, создатель карты Мэнимен и Минимен. Что это значит? Это Почему значит. Здесь два одинаковых имени? Это значит один девочка, а второй мальчик. Иди сюда. Да нет! Сделаем вид, что я ничего не видел. Окей. Найдите выход! Отлично, так, тут написано мистику, тут написано лагерю. Забирай свои вещички и, пожалуйста, не ломай больше ничего, я тебя прошу. Мои оп, вещички. Оп, оп. Чё? Так, почему у тебя алмазная бра... Яр, слышишь? Это... А ну-ка быстро прыгай и крутись, как собачка. Нет. Быстро прыгай. Ты думаешь, ты самый крутой здесь? Ну хана тебе. Ты открываешь. Ну давай, кому тут хана. Пожалуйста, не надо! О, TNT, я TNT заберу. Верните меня Так, твоя обратно. Броня, твоя кровать и твоя записочка. Я ее даже читать. ТП, Лагерфит, Мистик. Все, можешь забирать свои вещички. А, еще вот это забери. И штанишки свои грязные забери, они воняют немного. Так, нужно прочитать свою книжку. Так. А, черт! Уже поздно я прочитал. Положи обратно TNT. Ой, там проход. Это я его открыл. То есть все-таки так и надо было сделать? Да! Офигеть! Какой Ничего классный. Себе! Окей, ладно, мы с тобой все забрали. Погоди, мы еще не все прочитали. Да хватит забирать TNT, там больше нету проходов. Ты мне врешь. Откуда ты знаешь? Козел. Ладно, правило. Не ломать блоки. И не ставить блоки. Теперь один вопрос. Каким образом мы бы нашли этот выход, если нельзя ломать блоки? Упс. Я тебя сейчас побью. Косяк вышел. Ну давай. Ты мне вообще ничего не сносишь, если что. ТП можно небесную силу только в крайних случаях. А прикинь, как небесная сила звучит для людей, которые на наших каналах либо впервые, либо недавно. То есть, типа, чё? Чё? Не от прохождений карт наших старых, а от чего-то другого. Такие, чё, какая нахрен небесная сила? Нормал! Уровень нормал, спаунпоинт. Они просто думают, что мы превращаемся в каких-то ангелов, и у нас есть небесная сила. На самом деле, так и есть. Да. Да, ты совершенно... Черт. Как делать? О, это же у нас типа супер уровень теперь сложный, да? Ой. Я думаю... Ну, пока лагерь. Вещи ж не сохраняются! В смысле сохраняются, да? У меня есть мой меч, которым я буду тебя... Ой,
Ой! Я на последний не допрыгнул, Яр! Ой! Помоги мне, палочка! Давай, иди за мной, лагерь, я тебя проведу через это сложное испытание. Мои вещи! Мои детишки, тентишки. А как там было допрыгнуть? Слышишь? Яр! О! Мои детишки, тентишки! Просто идти! Нужно было их оставить, лагерь. Тогда они бы хотя бы стояли смирненько себе где-нибудь на карте, и ты бы знал, что они есть. Да что такое? Я же допрыгивал спокойно. Я тоже, я с первого раза допрыгал до конца. Ну, сейчас даже... Да чё? Мне кажется, это просто на один блок подвинулось, знаешь, типа... Типа, ну и всё, теперь будет еще сложнее, да? Да что такое? Просто блок отодвинулся. Возможно, на самом первом испытании уже включать небесную силу. Использовать, точнее. О, я допрыгнул, лагерь. Нет, Яр, стой, смотри на меня падающего, да? А вот теперь не двигайся. Don't touch. Да. Яр, если ты умрёшь, то какашка. Да. Яр, если ты умрёшь, то какашка. Ты чё наделал? Почти допрыгнул. О, козёл! Какашулька, да, мистик. Ладно, окей. Еще одна у меня попытка. Ты это... Либо там жди меня, чтоб я, если что-то пэшнулся, если я вот так вот сделаю. ТП лагер. Оп! Я этот... Стой, дай я прыгну. Отойди. Давай, отойди. Ты прыгаешь, а я смотрю. Ну, я... Понятно. Стой, не умирай. Все, давай ты. Все, я теперь. О! Уу! Я допрыгнул! Да как это было? Это нечестно! Вообще, точка возрождения у нас готова теперь. Там-та-дам-та. О! Прикольно, смотри, нам дали прыгучесть. Мы теперь с тобой какие-то зайки. Прыгаем по шерсти, нормас. Я самый зайка, я зайка всем зайка. Ты помнишь, что нам нужно с тобой очень... Ой. Как ты туда допрыгнул? Мы с тобой допрыгивали, ой. Я, видишь, не издавал звуки, я не допрыгнул, и я умер. А я издавал. Или нужно много лайков просто собрать. Ребятки, вы поможете нам с этим, а? Лайков-то подсобирать. Лайкосиков. Яр, брат. Что? Я готов тебе помочь, лови. Блин, стой, вот... подожди, не двигайся. Вот теперь я думаю, мне идти за молоком или... Стой. Да куда ты пошел? Я упал. Там снизу молоко. Ну я знаю, что там снизу молоко, ну зачем оно мне нахрен нужно? Я ж тогда не пойду. Ой, мне самому молоко надо. Ты каждый раз, когда... Я забрал твое молоко, не беспокойся. Их там что, всего два? Нет. Три. И ты два скинул уже? Я да. Я не знаю, как туда допрыгнуть. Ой, молочко выпало. Яр, я тебя подоил. Так, а мне нужно тоже его выпить, кстати. Одно выпиваешь, чтобы убрать зелье, второе зелье получаешь. О, я помню такое испытание. Помнишь, мы недавно его проходили, да, и у меня да, получилось? Да. Но тут этот. Тут оно более легкое. На таких испытаниях, лагерь. Я тебе тут помогу, не беспокойся. Оно прикольное. Нужно не на ускорении бежать, понял? Ты и так ускоряешься, то есть вряд ли тебе что-то тут помешает. Просто вот медленно беги себе спокойненько. Вот, тра-та-та, блин. Я искал тра-та-та, тра-та-та, мы ведем с собой кота. Я думал, что я сейчас сам пройду, а ты взял и прошел, и меня ты пошел. Мистик! Клац! Лагер, добрый день. Это я лагер, кто не понял. Погоди! Ты проиграл! Нечестно, у меня не было даже... Что не было? Что не было? 1-1 лагерь, понял? У нас что у тебя не было? Обманщик? У меня не было лопаты, что значит обманщик? А где ты ее взял? Я потом допрыгнул до нее и забрал из сундука. Нет, это я нажал сначала на кнопку, а потом на сундук. Это что, лабиринт? Да. Это что, лабиринт? Яр, тут он очень странный. Яр, он тут очень странный. Я знаю, что он не знает. Я куда идти? Он какашечный. Ну тут, кстати, зато нас ведут сами. То есть мы не можем пойти туда, куда нам нельзя. Так, а как вот туда прыгнуть? Да, допустим, не можем сюда. Можем. Вот. Ты далеко уже прошел? О, да. Привет. О, яма! Да там невозможно допрыгнуть, отвечаю. Возможно. Нет. Я почему я падаю?
Что, что не так? Я почему возрождаюсь? Умерши, помоги мне! Помоги мне! Пока, лагерь! Помоги мне! Это легенда о том, как лагерь умирал тысячу раз за одну серию. Забери пока, меня лагерь! С собой! Забери меня скорее, 18 мне уже! Давай еще раз. Эй, эй, блин, ты че, как ты это сделал? Давай, прыгай быстрее. Эй, это так же. Видно, что я не так же попадаю. А знаешь, как я здесь прошел? Как? Смотри. Невидимость. Вот тут, вот, 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 невидимый блок. Вот, 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 вот. А как до него допрыгнуть? До него нет! Что ты делаешь? Я тебя убью! Ты тоже упал, что ли? Нет! Помоги мне! Мир! Держись там! Ой! Блин, я тоже упал. Слушай, а вот это уже поинтереснее испытание. Почему я телепортируюсь к тебе? Ты можешь, пожалуйста, больше не умирать? О! О! Совсем другое дело. Молодец. Ты справился с этим заданием. Так, ну смотри, что тут еще есть, где невидимые блоки, невидимый блок. What the fuck? А, вот он блок. Тьфу ты, но ты. Радуга и привет, Пегас! Вот. Тих, Анастас! Да блин, ну лагерь, нет! Привет. Хорошо, хоть спаунпоинт здесь есть. Броня, меч, лук, что? Ты с другой стороны даже появится, дурачок. А дай мне мои вещи. Заберите, пожалуйста, извините, что я тут это... Вы этот... А стрелы, стрелы, пожалуйста, извините, пожалуйста. Стрел у меня не было. В смысле не было? У тебя лук на бесконечность, по идее, там бесконечные стрелы без... А, нет, нету. Так хотя бы одна стрела. Я тебя сейчас застреляю, понял, ублюдок? Что стрелы, понимаешь? Быстро, сейчас, подожди, я скрафчу. Что-то нечего красть. А, вот, смотри, что-то есть. Если выиграл мистик. Клац. Ура! Победа! Победа! Что? Ой, лагерь. Ты зачем меня убил? Я попал в наркоманию. Опс, косяк был. Представляю вашему вниманию самую высокую наркоманию. Прыгайте. Аллилуйя. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу. Это, знаешь, так же быстренько, как наши лайки набирают сейчас на видосах, да? О, вот бы сражаться и ничего друг другу не наносить. Да? Ты мне вообще ничего не слышишь, понимаешь? Я даже яблоко не ел. Золотое. Еще надолго мы это? Я убью тебя. У меня хп вообще не сносится. Ничего страшного, я убью тебя. Дай хоть заберу, чтобы я не был в воде, блин. Идиот. Это тактика такая, не давать тебе выйти. И что дальше будет, объясни мне. Я тебя убью. Когда? У меня, понимаешь, даже половинки сердечка не снялось. Ничего страшного. Тут оно мне сносится и сразу же возвращается обратно. Тут тактика в другом, чувак. Броню мне снять всю? Да. Так она не снимается у меня до сих пор. Ну, в смысле, там еще дофига тебе придется меня бить. Ничего минус, страшного, наверное, у меня времени до завтра. Нажать на паузу и часик с тобой здесь просто постоять на месте. Как тебе такой вариант? Подожди, как ты выбрался? Опа! Ох, что такое лагерь? Все? Стой. Я тебя бью, я в тебя бьюсь, походу. Да. Держи факел. Почему он не прописывается? Прыгнуть еще раз или в конец карты? Давай еще раз прыгнем. Я зачищу. Так, ребятки, под этот прыжок собрать очень много лайков. Я сейчас буду прыгать задом наперед, сделаю тройное переворот, и все будет у нас хорошо. Опа, сальто, переворот, ох! Ни хрена себе, если вот так вот делает, это вообще получается очень дикая наркомания. Как будто бы я... А, я уже упал, да, я то так делал. Как будто я уже упал. Как будто я лечу очень долго. Я просто пытался поменять мирность. Ты можешь поменять мирность, пожалуйста, на тяжеленькую? Спасибо. Тут просто стоит мирное, поэтому не особо что получалось. Тройки, сложность. Опять я снизу! Звучит как этот, как начало какого-то порносериала.
Почему я бьюсь луком? С тобой местами, да, опять? Дождь пошел. Какой дождь, нахрен, что ты несешь? Я слышу, что пошел дождь. Не пошел дождь, никто здесь не пошел, кроме битвы между мной и тобой. Сколько у тебя хп, скажи мне, пожалуйста? Все. Тоже. У меня еще даже дополнительные есть. Я слышу, как слизень прыгает. Я не понимаю, у меня скоро меч закончится. Почему я с того лука бьюсь? Что за бред? Не-не-не, лагерь, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты меня туда не выбьешь. Вот бы битва века. Опа, опять туда пошел, да? Не получается меня там держать. Это место для тебя, лагерь, сделано специально. Я надеюсь, у тебя сейчас что-нибудь сломается. Да ничего у меня не сломается, я надеюсь, у тебя что-нибудь сломается. Я тебя туда кулаками буду бить, блин, козел. Сломайся, пожалуйста. Сломаешься. О, у тебя броня начала ломаться, лагерь. А у меня все нормально пока. В смысле у меня броня начала ломаться? Ты что, трещины? Да? Да, у тебя уже ног нету. Эй, как так? Как так-то? Мист, умри! Да, все нормально, все нормально. Сколько у тебя хп? Все! Я тоже, почти. В одно время! У кого-то быстрее сломается меч, у кого-то быстрее сломается броня. Потом будем кулаками уже биться. Яр, я буду биться до конца. Я не сдамся. Кто-то не сдохнет? Я буду биться, пока не умру. У меня, блин, даже дополнительные сердечки есть. Мы так с тобой никогда не умрем. У меня еще, кстати, тоже скоро броня сломается. Скоро ноги мои сломаются. А-а-а! Не-не-не, лагерь. О, все, держись. Я чувствую, ты быстрее меня умираешь. У меня ноги, кстати, тоже сломались, да? У тебя коленки сломались. Коленьки, все, коленьков у меня нету. Может, мы с тобой пойдем взорвем карту, а не будем друг друга убивать? Нет, подожди. У меня меч сломался. Добрый день, Ярослав! Что? Что? Ой, маленький мой мальчик. Что, Ярославушка? Сломалось оборудование, да? А почему у меня теперь хп быстрее сносится? Ярославушка, оборудование сломалось. Да! 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 Детка! Походу защитой был. Чё за фигня? Господи, какой класс! Спасибо, мистик Лагер, за то, что прошли мою карту. Пожалуйста, табличка. Я не знаю, каким образом таблички умудряются строить карты. Это какой-то шок. Таблички строят лучше, чем некоторые люди, отвечают. Оцените карту, мне очень понравилось. 5 я поставлю. Спасибо большое, я очень старался. Огромное тебе спасибо за такую крутую карту. Кстати, ребят, вы все можете нам скидывать карты к нам в группу. Я толкни меня. Толкнусь, а я как поеду. Все, до свидания. Пока. Я сам поеду. Мне даже толкать не надо было. Маймен и Лагерфит и Мистик. Чё ты... Лагер! Все, это конец, извините. Яр, я сейчас еще раз тебя пну, подожди. Ну, у меня масса больше, понял, да? Погнали теперь в ту сторону. Ладно, поехали. Как дела? Что делаешь? Опа, спрыгиваю, все. А теперь пора взорвать а мне? Чёрт, а как мне возвращаться? Ой. Небесная сила, нам сказали, только в крайних случаях. Небесная сила, режим он. Так, а где... Я прикинь, столько давно не проходил карты, что я забыл, где динамит находится. В красном факеле он находится, Яр. Ой, я нашел. Не беспокойся, это главное. Яр, что, я хочу наркоманию взрывать. Давай огромный взрыв сделаем от наркомании. Мне кажется, вы стареете. Давай. Слушай, давай я внутри полечу, короче. Я изнутри поставлю. Я снаружи. Все, давай. Я сверху начну строить. И ребятки тем временем будут ставить нам лайки. Ой, только что-то долго летит. Реально, он пипец как постарался. Построил такую длинную наркоманию, ты прикинь. Я думаю, это просто предел карты. Ну, в смысле, 10-55. Ну, да, это предел карты. Я не понимаю, он это сам выстраивал? То есть без программы или с помощью этого? Я думаю, что уже все можно с программами настроить, но все равно это круто. Специально есть программа для наркомании? Я думаю, что да. А, крайне на строительство. Сверху нельзя, можно только по бокам. Будет огромный взрыв. Я хочу как-нибудь побить наш рекорд с тобой по тинтихам. Сколько мы с тобой ставили тинтих. Я не помню, сколько мы с тобой их ставили. Яр, я уперся. По-любому не больше 5 минут мы их ставили. Может, Яр, 10 минут. Я уперся. Куда ты уперся? Я уперся вверх. Здравствуйте. Привет.
Эй, ты тут дверь открыл, не надо, тинтики будут заходить. Яр. Ну ты козел, что ли? Смотри. А, ты взорвал ее всю? Да. Как ты успел? Я только начал. А ты уже всю? Вот это, чё? Вот как после этого ты понимаешь, кто владеет динамитом лучше? У меня самая быстрая динамитная рука. Это по-любому рекорд по самому быстрому заминированию зданий. Понимаешь? Просто рекордичный рекордсмен. Только ты не до конца взорвал. Я сейчас до конца взорву, не беспокойся. Я все исправлю, исправлю твою ошибку, лагерь. Бац! Ой. Что? Где я? Вернитесь. Ты тоже телепортировался вверх? Да. Это было... Ну, последний раз, когда эта кнопка что-то сделала. Ой, тут лава начала протекать. Ты тут начал уже взрывать? Нет. Как ты это успеешь, я не пойму. Это не я, но само, честно. Мне кажется, ребята умеют эти лайки нам ставить, чем ты заминируешь тут все. Офигеть. Привет, Слава, подпишись же быстро ставить лайки. То есть, быстренько, если вы не поставили, еще нажать на Escape, быстренько поставить лайк. Даю 3 секунды. Раз, два, три. Успели? Я за это время уже новое здание взорвал, пока ты там говорил. Да? Ты еще что-то взорвал? Да. Как ты это делаешь? Объясни мне. Я тут стараюсь вот на скорость как бы сделать, но и же я все. Эй, ты даже мой TNT задел. Это была цепная реакция. Я понял. Ладно, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, потому что она была крутая, карта была крутая, все было крутым, мы были крутые, мужики. Карта называется легенда. Яр, мы легенды, да? Да. Мы легенды, да. Всем удачи и до новых встреч. Там лайки, лайкосики, комменты, там подписочки. Все это обязательно. Обязательно. Да, лагерь? Да. Да. Всем удачи, до новых встреч. Пока.